Итак, чемпионы мои, пришло время сделать так, чтобы я вами гордился, как и обещал Манусу. Сядет на Валькирию, сядет за руль такого автомобиля, что может быть лучше, правда? Ах, Валькирия и Валхала, поистине неодержимая пара. Приветствую всех вас. Магнус на связи. Я думал, ты, а кто тогда в том ночном комбинезоне? Это я, болван, я же на целых полголовы выше Магнуса. Как ты раньше этого не понял? Маги немедленно вылезает в Валькирии. Он для Магнуса. И не надейся, приятель, это мой Валькирий. И мне, кстати, уже пора. Всем спасибо, все свободны. Ну и ладно, если придется, я и сам сяду за руль. Ты не помешаешь мне выиграть эти 10 миллионов. Прошу прощения. Я не знал, что на кону 10 миллионов долларов. Пожалуй, я все же приму участие в этой гонке в составе своей собственной команды. Ну что скажешь, Вальхалла и Валькирии против всего мира? Просто соблюдай правила, избегая съезда дорожного полотна и любых столкновений. Мой Валькирий не застрахован, как и Вальхалла. Поскольку мы подали заявку в последний момент, то стартовать будем с последнего ряда. Постарайся пробраться на 10-е место, не забывай о необходимости соблюдать правила. Окей. Занять 10-ю позицию без съездов. И не сталкивать других. Так, тяжелое было задание. Не первая попытка. Тяжело, когда много лотосов, ботов. Сейчас вроде поменьше. Прорываемся на 12-ю позицию. Все едут в толпе вот так вот. Надо аккуратно проехать. Не спеша. Лотосы вперед вырываются. Один затерялся. Дамир. Чип за нами едет. Пораньше тормозим. Куча столкновений. Нам не надо. Опять начинаем заново. Аккуратно тут. Не спешим. Позицию держим. А они там просто улетают. Завершаем на 8-м месте. Как бы неплохо. Поднажми, дружище, перемещайся на 8-ю позицию и доведи среднюю скорость на 257 км в час. Без съездов. Окей. Минимум 8-е место. 257 км в час. Держать среду. Вот он, чип. На первом месте едет. Круг.
Мельник. Ломосик. На пола едет. Если был бы лотос, наверное, бы не догнали. Так. Как проходить по этим поворотам, мы знаем. 150. На 160 можно залететь. Так, а на обгон. Энтони. На лотосе вытесняем. Забираем свою позицию. Так, впереди Асон Мартин. Может быть, догоним. Энтони поможет. Драфтом. Есть. Завершаем на 7-й позиции. Порядочек. У меня двигатель начинает перегреваться. Следи за температурой собственного двигателя и поднимись на 7-ю позицию. Соблюдай правила. Занять 7-ю минимум. Что мы в предыдущий раз сделали? Но этого мало. Впереди Магнус. И нагрев на 2 круга. Так, и первый едем по максималке. Магнус на лотосе. Так, 230, 25, 150, чуть не зацепили край. Так, наши повороты, Манусом облетаем. Как стоячего. Позиция за нами. Так, а тут ребята толкаются. Аккуратно. Оп. Прикольно, они разъехались. Так, и Сантоса догоним. Четвертое место, неплохо. Нажимаем максимум. Хотя тут можно, думаю, было переходить на экономный режим. Ручной газ на поворотах. Ладно, жмем на максимум.
прямая. Уже надо экономить. Пошел сигнал. Так, лагануло. Отпускаем. Опять сигналит. Отпускаем Синга. И на финиш. Магнуса не пропускаем. Пятая позиция. Похоже, ты догоняешь Магнуса, обгони его и проходи свои круги не больше, чем за минуту 26. Окей. Рекорд у нас минута 24. Так. Переключаемся. Поехали. Магна за нами гонится. Так, время пошло. Два круга. Лотус сразу вылетает. Так, 230. Чистый заход. Так, 140. Так, есть, объехали. Мартинес. На Валькирии. И Аполло обгоняем. Отлично, теперь нам никто не мешает. Набирать свое время. Сантос далеко. Демир нас подгоняет. Так, смотрим, что по времени получится. Минута 24.075. Четко. Так, Ахмед потерял позиции. Так, аккуратненько. Сантос закрывает путь и проскакиваем. Классно. Между всеми. Не пускаем Сантоса. Напряженная гонка. И теперь спокойно перемещаемся под финиш. Никто не мешает. Минута 23. Новый рекорд ставим. Свой. Ровно 3 минуты. 0.11. Четко. Друзья мои, может, позволите мне выиграть? Вашему другу Ахмеду пригодились бы те 10 миллионов.
Я бы позволил, если бы ты не украл мой автомобиль. Вот так, давай финишируем вместе на первых двух местах. Окей. Занять второе место, минимум. И помочь Чипу занять второе или первое место. Поехали. Магнус далеко. Рвем вперед. Тормозить Ахмеда. Два круга дают. Приближаемся к Ахмеду. Теперь надо его аккуратненько затормозить. Не знаю, можно ли его сбивать. Ай-яй, заносик. Проскочил. Один удар был. Второй будет опасный. Тормозим его здесь. Так, чип прорывается. Можно ехать. Ахмед на обгон рванул, но ненадолго. Так, ну вроде все спокойно. Дело сделано. Перемещаемся под финиш. Думаю, от чипа вперед пропустить, но он что-то тут притормозил. И едем на первое место. Чип за нами. Этап 5 завершен. Награды 60 голды. Нам удалось, дружище. Куда же мне потратить эти призовые деньги? Может, купить еще один Валькирии? Раз он так часто попадает. Ахмед, ты забыл, как в прошлый раз похитил меня чип? Справедливо. В общем, можешь оставить Вальхала себе, дружище. Он твой по праву. Окей. Так, а что не показали? Не понял. А где Вальхалла обещанный? Что из-за того, что вовремя не прошел, его типа не дают? Странно. Что за прикол? Облом будет. Три комбинационных гиперкара. 10 голды. Лодос есть, Аполло нет, а Сан Мартина нет. Вот это прикол. Ладно, покеда.